Ладно, ладно, я вас понял. Стоило сделать один позитивный ролик, и он ни хрена не набрал просмотров. Все ясно. Ну, давайте тогда кого-нибудь обосрем. К тому же, повод у нас есть отличный. Один из самых древних и долгоживущих, а именно война Сунибоев, Белебоев и ПК Бояр. Эта война длится уже больше 10 лет, и в ней все еще нет победителей. Хотя я уверен, что представители каждой из сторон считают победителями себя. Но при этом ноют все примерно одинаково. Сегодня мы обсудим три ситуации с трех разных сторон. Во-первых, мы обсудим анонс Ghost of Tsushima на ПК. Также мы поговорим о релизе нашумевшей Helldivers 2 от Sony и ее выходе сразу на ПК. И обсудим слив немногочисленных эксклюзивов Xbox и возможный выход Starfield на PS5. Мы обсудим реакции комьюнити всех платформ на эти события и попробуем разобраться, кто из всех прав и кто из всех является настоящим победителем в консольной войне, если такие вообще есть. Я вам расскажу, к кому я отношу себя и за что лично я топлю. И, конечно же, буду очень рад услышать ваше мнение в комментариях. Всем респект, братва, с вами Мародер 120 Гигабайт. Я, как всегда, вам перед началом напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, твич-канал, обязательно туда подписывайтесь, я буду очень рад самым активным. Ну и если этот видос вам понравился, не забывайте дать пендель алгоритмам YouTube подписками, лайками и комментариями. А мы, наконец, начинаем. Погнали! И давайте начнем с вами с самых недавних событий. На днях рухнул один из последних столпов Сунибоев. Игра Ghost of Tsushima, долго остававшаяся одним из последних эксклюзивов платформы Sony, была анонсирована на ПК. В начале марта начали появляться сливы от инсайдеров о том, что игра скоро доберется до ПК и стоит ожидать анонса в самое ближайшее время. И действительно, спустя несколько дней Sony официально анонсировала выход игры на ПК, в Steam появилась ее страница и последние сомнения были развеяны. Думаю, многие из вас понимают, что сообщество Сунибоев или фанбоев PlayStation тут как вам удобнее, не самое адекватное. Им почему-то кажется, что если какую-то игру, которую раньше можно было играть только на их любимой платформе, вдруг выпускают на другой платформе, то это равноценно тому, что игру у них отбирают, а их самих предают. В этой жизни никому нельзя доверять. Даже жопа захочешь пукнуть, она какнет. Хотя при этом они спокойно могут играть в нее на своей обожаемой платформе дальше. Для них ничего не меняется. Меняется что-то только для людей, которые PlayStation не покупали. А на то может быть целая куча различных причин. Да и вообще мое мнение тут такое, что как бы люди вольны выбирать платформу, на которой им удобнее играть. Но этот факт поехавших Сунибоев не устраивает. Рвутся сразу целые батальоны задниц, и в интернет выливается огромное количество негодования, негатива в сторону Sony и призывов бойкотировать свою же любимую контору в будущем, не покупать их эксклюзивы и так далее. Помимо того, что сам факт подобного поведения является для меня признаком невысокого ума и явного наличия каких-то комплексов, так еще они же сами себе роют яму, в которую потом Sony будут сливать оставшиеся эксклюзивы. Ведь если игры станут покупать меньше, то надо будет где-то искать новую аудиторию, и самый лучший вариант — это на других платформах. Если честно, я не имею ни малейшего понятия, почему для Сунибоев выход этой игры стал такой попоболью. Ведь ничего неожиданного в этом не было. Во-первых, огромное количество именитых эксклюзивов уже вышло на ПК. Были хорошие порты, были и хреновые, но их было много. Во-вторых, Sony сами не так давно открыто заявляли, что будут выпускать свои игры на ПК. Но нет, для нежных Сунибоев выпуск игры 4-летней давности на другой платформе вдруг оказался сильным ударом в спину. Настоящим предательством. И вот из козырей в их колоде теперь только один бедный несчастный Bloodborne, который ну вообще никак походу не хотят выпускать на ПК. И в связи с этим я лично хочу выступить с официальным заявлением. Sony, блять, ну выпустите вы Bloodborne на ПК, ебаный в рот, все этого ждут уже хуй знает сколько времени. Еще со времен, когда вы свои эксклюзивы не сливали, вас просили, умоляли, вы уже слили Last of Us, God of War, Человека-паука. Теперь вот Сусиму, дайте людям насладиться Bloodborne в 60 FPS 4К. На ПК. Я сам куплю ее за 60 баксов. Хоть я уже и прошел ее на плойке, но там игра работает просто отвратительно, что на четвертой, что на пятой нету никакой разницы, постоянной просадки кадров. Мы хотим нормальный порт, блять. Sony, ну же денег заработайте, как вы заебали. Прошу прощения. На самом деле я сомневаюсь, что Bloodborne выйдет на ПК, там уже ходили слухи, что порт разрабатывали, но отменили из-за проблем с разработчиками. Не знаю, в чем именно проблема с Bloodborne на самом деле, но я надеюсь, что все же когда-нибудь мы там его увидим. А еще очень бы хотелось увидеть на ПК релиз Gran Turismo 7, потому что на этой платформе подобных симкат именно такого высокого уровня очень мало. Недавняя Forza Motorsport как немножко подобосралась. В сливах вроде была инфа, что Gran Turismo 7 все-таки выпустят на ПК, так что я лично очень жду. Но давайте вернемся
к ситуации с эксклюзивами. В общем, в отличие от горячих попками Sony боев, всем остальным нормальным и адекватным людям давно понятно, выпускать крупнобюджетные, да и просто любые игры только на своей платформе может быть невыгодно, ведь отрезается огромный пласт аудитории. И видно, Sony потихоньку стали отходить от этой традиции. Это седьмая традиция, раздвигай ягодицы. Думаю, связано это в том числе с упавшими показателями компании. Но мне кажется, что в целом время эксклюзивов потихонечку уходит. И ярким тому доказательством является недавний очень успешный выход Helldivers 2. Первая часть этой игры была временным эксклюзивом PlayStation 4 в 2015 году, но со второй частью Sony решила не проводить политику эксклюзивности вовсе. И 8 февраля игра вышла одновременно сразу на платформе PlayStation 5 и на ПК. В итоге ошеломительный успех, огромные продажи, рекорды по онлайну в Steam среди игр Sony и один из лучших показателей этого года, куча хайпа и все это несмотря на довольно проблемный запуск, так как такого успеха, оказывается, никто не ожидал. Да, я не думаю, что Sony тут прям рассчитывали на подобный грандиозный успех, возможно, это и было причиной того, что игру решили запустить одновременно и на ПК, и на PlayStation. Но теперь, после такого джекпота, Sony точно задумается, а не выгоднее ли все игры сразу релизить на обеих платформах. И если они примут такое решение, то заветного для многих Sony боев only on PlayStation в скором времени может не быть совсем. Кстати, если вы вдруг думаете, что к Sony бои такие неадекватные, то вы ошибаетесь. На самом деле, и для меня это тоже оказалось неожиданностью, но оказывается, фанаты Xbox или Billy Boy, тут снова как вам удобнее, тоже плачут, когда сливают их эксклюзивы. Короче, тут все еще тупее и смешнее, чем ситуации с ПК-портом Ghost of Tsushima. Ни для кого не секрет, что игры Xbox и так выходят на ПК, однако не выходят на PlayStation. С одной стороны, это вполне логично, зачем выпускать игры на консоли конкурентов и помогать им в продажах. С другой стороны, это все еще огромный пласт аудитории, которая могла бы принести прибыль разработчикам игры, и почему бы не дать выбор игрокам? И никого нигде не ограничивать, пусть играют на той платформе, где им удобнее. И я думал, что комьюнити Xbox вполне адекватно относится к подобному подходу, ведь игры Xbox всегда доступны на ПК, и никаких недовольств по этому поводу я не слышал. И вот недавно Фил Спенсер в одном из интервью сказал, что они собираются выпустить некоторые эксклюзивы на других консолях. В общем, мы приняли решение выпустить 4 игры на других консолях, только 4 игры. И на фоне всего этого появился слух, я повторяю, только слух, что речь тут идет не только о мелких или старых играх, типа Hi-Fi Rush или Sea of Thieves, но и о таких крупных эксклюзивах, как Starfield и недавно анонсированный Indiana Jones and the Great Circle, который разрабатывает создатель серии Wolfenstein. И вот тут, как говорится, Билли Боев порвало. Абсолютно в стиле своих врагов из комьюнити Sony, Билли Бои начали массово постить фотки, как они сдают обратно свой Xbox и всячески бомбить с того, что их игры тоже могут слить в стан врага. И при этом никакого официального подтверждения о том, что крупные эксклюзивы точно выйдут на PS5, не было. Более того, в том же интервью Фил Спенсер это опроверг. Эти 4 игры. Что это за игры, вы можете сказать? Я не могу назвать вам эти игры. У команд, которые работают над этими играми, есть планы на анонс, который уже очень скоро. Вы можете сказать, среди этих игр есть Starfield или Indiana Jones? Нет, это не Starfield Indiana Jones. Но Билли Боям хватило какого-то желтушного слуха, чтобы у них задымились задницы. И, по-моему, это все очень грустно, хотя и поначалу, конечно, кажется забавным. Проблема в том, что геймеры реально забыли, что они геймеры. Они ведут себя не как любители компьютерных игр, а как какие-то злобные собственники, которым на игры и их развитие как будто бы насрать. Насрать, что разработчики какой-то хорошей игры получат больше денег и смогут делать еще больше хороших игр. Насрать, что количество игроков в их любимых играх станет больше. Да и в целом, я не понимаю, в чем радость получать удовольствие от того, что кто-то там не может сыграть в игру, а ты можешь. По-моему, такое надо прорабатывать с психологом. Я всегда был против политики эксклюзивности. Я считаю, что игры должны выходить на всех платформах и во всех лаунчерах. Да, я знаю, что это какая-то утопия, и такого в реале не бывает. Что между всеми платформами существует конкуренция, и надо как-то бороться за игрока, это все понятно. Но если вдруг вот этой эксклюзивности становится где-то меньше, я всегда только радуюсь. И хотел бы я здесь сказать, что адекватнее всего всех ведут себя ПК-бояре, и это правда только частично. Потому что некоторые ПК-бояре радуются тому, что вот смотреть, слили твой эксклюзивчик, ха-ха-ха, Sony Boy, ну ты чмо, спасибо за бета-тест. То есть они радуются не самому выходу игры на ПК наконец, а тому, что ее слили. Ну и серьезно, злорадствовать тогда, когда тебе продают игру 4-летней давности почти за full прайс, это, конечно, надо быть сверхразумом совсем. Я сам себя отношу скорее к ПК-боярам, но я почему-то не злорадствую, когда бомбит фанбоев, я грущу. Потому что мне обидно за геймерские комьюнити, превратившиеся в
какую-то токсичную среду, где все друг друга ненавидят, ставят игры на второй план и хотят, чтобы игроки на других платформах были в чем-то ограничены. Это ж пи***ц, товарищи, не должно быть так. Но я знаю, что в каждом комьюнити есть и нормальные люди. Есть сонибои, которым совсем не жалко, что игра, которую они прошли несколько лет назад, выходит на ПК. Есть билибои, которые будут только рады продажам Starfield на PlayStation, потому как Xbox и Microsoft получат за это деньги для развития их любимой платформы. Есть пока бояре, которые просто купят и поиграют с удовольствием в какие-то игры, ранее им недоступные. И я просто хочу, чтобы таких людей становилось больше, чтобы люди поняли, играть можно как угодно, на чем угодно, и если кто-то играет на другой платформе, с ним все нормально. Я хоть и пока боярин, но у меня вообще-то есть плойка. Потому что иногда мне просто хочется поменять 4К и 60 FPS на 60 дюймов и диван. Плойку я выбрал, потому что мне очень нравится их геймпад. При этом на ПК я юзаю геймпад от Xbox и оплачиваю геймпас. Я вот вообще не считаю никого своим врагом. Все платформы хороши по-своему. И я хотел бы, чтобы все они развивались, чтобы у нас было больше крутых и интересных игр. Я надеюсь, что политика эксклюзивности уйдет в прошлое, чтобы игры не лишались большой части аудитории. Что Sony и Xbox будут развивать свои платформы, экосистему и сервисы, и мы получим высокий уровень качества. И все от этого будут только в плюсе. И я очень надеюсь, что сейчас все именно к этому и идет. Кажется, что консольная война наконец закончилась, и победили в ней адекватные люди, которые не выбирали сторону, а просто хотели, чтобы хороших видеоигр было больше. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, я читаю все комменты, отвечаю вообще абсолютно все, можете сами проверить. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал, если вам понравилось видео, а также приходите к нам на Twitch, на Телегу. Очень буду всех там ждать. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 гигабайт. Жестких всем респектов и хороших игр. Йоу. Хули ты, мразь, не крутишься-то, сука? Ну и че это за хуйня, плойка, твою мать, а? Ну ты тупая, конечно.